Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим об очень важных международных событиях, которые прошли в первой половине июня 2018 года. Речь идет, конечно, о саммите Большой Семерки G7 в Канаде, о Шанхайской организации сотрудничества, которая произошла в Циндао, и, естественно, встреча в Сингапуре президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Уважаемые телезрители, эти события, конечно, прежде всего затрагивают три основных игрока: Соединенные Штаты Америки, Россию и Китай. Ну и также, естественно, страны Европейского Союза, Европейского сообщества. И хотел бы я с вами начать разговор именно с саммита Шанхайской организации сотрудничества. Почему? Потому что Китай является серьезной, сильной экономической, мировой экономической державой. Китай сейчас соревнуется с Соединенными Штатами Америки за экономическое, политическое, в перспективе и военное лидерство. И поэтому очень важно понять стратегические планы, интересы, возможности, которые демонстрирует сейчас Пекин. Итак, на саммите Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпину было очень важно закрепить взаимоотношения России с Москвой по нескольким направлениям. Во-первых, это касается отношений двухсторонних, между Россией и Китаем. Уважаемые телезрители, вы знаете, что были подписаны соглашения между Москвой и Пекином о строительстве новой атомной электростанции, двух блоков той электростанции, атомной электростанции, которая была построена, так сказать, ранее. Дальше речь шла об ускорении проекта по строительству совместного гражданского самолета. Китай также заинтересован выстроить в перспективе и вложить деньги в инфраструктуру транспортно-транзитную в России. Почему? Потому что для того, чтобы транспортировать товары в Европу, естественно, необходимо, чтобы был разветвленный транспортно-транзитный путь. А он без Центральной Азии, без России невозможен. И поэтому там шли переговоры о том, чтобы ускорить процесс строительства дороги Москва-Казань скоростной, которая потом пойдет до Китая, там, через Центральную Азию и так далее. И здесь не случайно из Пекина Путин вел переговоры, когда ехал на скоростном поезде. И там, в этом скоростном поезде, он с Си Цзиньпинем договаривался в том числе о том, чтобы Китай производил поставки скоростных локомотивов. Дальше понятно, что китайская сторона была заинтересована выстроить взаимоотношения с Москвой таким способом, чтобы, в общем, фактически показать для Ирана альтернативу. В каком плане? Мы все прекрасно знаем, что американцы вышли из соглашения по ядерной сделке с Ираном и, соответственно, наложили на Иран огромное количество экономических санкций. И, естественно, Китаю, который претендует на лидерство и соревнуется с США, необходим партнер, который договорится с Ираном. С Ираном по тому, чтобы было налажено экономическое взаимодействие в разных отраслях экономики. Но и самое главное, что Иран заинтересован, чтобы Китай, да и Россия тоже заинтересована, чтобы Китай вложил соответствующие инвестиции в восстановление государства Сирии, потому что очень скоро война будет окончена, и, соответственно, в Сирии нужно восстанавливать экономику, промышленность, социальную сферу, тоже транспортно-транзитную инфраструктуру. Дальше, конечно, Шанхайский саммит организации сотрудничества моделировал с Китаем экономическую и военную политику в странах Центральной Азии.
Естественно, Китай заинтересован, и Россия заинтересована в вопросах безопасности. Не секрет, что американцы, американские спецслужбы из Ближнего Востока передислоцируют в Афганистан остатки боевиков ИГИЛ, Джабхат-ан-Нусра, которые запрещены в России. И, естественно, есть угроза тому, что эта армия террористов вторгнется в Узбекистан, в Таджикистан, а дальше либо в Китай, там есть Синьгань-Уйгурский автономный район, либо, соответственно, через Центральную Азию в Южное подбрюшье России. Вот. И, естественно, Китай и Россия договаривались о поясе безопасности, о транспортно-транзитных коридорах тоже через Центральную Азию. Вот. В частности, например, очень интересные были переговоры между Владимиром Путиным и президентом Узбекистана, где говорилось о том, что был построен нефтеперегонный завод, и велись переговоры о том, чтобы Россия в Узбекистане построила атомную электростанцию. То есть процессы вот такого, что ли, сотрудничества, взаимодействия идут. Дальше, естественно, Москва и Пекин хотят сыграть на противоречиях Вашингтона с Парижем и Берлином. В чем эти противоречия? Ну, глава государства Владимир Путин на саммите в Циндао сказал по поводу того, что американцы налагают односторонние санкции на страны Евросоюза. Вот. И эти санкции касаются не только стали, но и касаются автомобилестроения, других возможностей. Также американцы давят на Германию, чтобы Германия отказалась от проекта «Северный поток-2», газового проекта, который, в общем-то, идет из России в Германию по северу, так сказать, Европы, через Скандинавию и так далее. И, естественно, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы между странами Евросоюза и Вашингтоном были трещины. Для чего? Для того, чтобы построить совместную политику экономического влияния в европейском регионе. В частности, и МИД КНР, и МИД Российской Федерации заинтересованы в перспективе выстроить такую конфигурацию, при которой бы образовалась экономическая ось Москва, Берлин, Пекин. Почему она интересна? Ну, во-первых, для России Германия является экономическим, очень серьезным экономическим, так сказать, партнером. Товарооборот между Россией и Евросоюзом составляет 450-500 миллиардов евро. И основная доля по этому товарообороту приходится на такие страны, как Германия и Франция. Германия очень серьезно влияет экономически на страны Европы, Центральную Европу, Восточную Европу. Вот. И, естественно, для Москвы и для Пекина, а Пекин хочет выстроить свое экономическое влияние на страны европейского континента. Вот, а поскольку Москва граничит с Европой, а Китай, естественно, далеко от Европы, для Китая Россия является очень важным партнером, в том числе и выстраивание вот таких вот треугольников, как Москва, Пекин, Берлин. И, естественно, для американцев это очень неприятная составляющая, поэтому они будут науськивать не только против России, но и против Европы такие страны, как Польша, которая недавно предложила у себя построить американскую базу и готова выложить за это 2 миллиарда долларов. Такие страны, как Украина, которой неинтересно, чтобы Москва и Берлин договорились. То есть, грубо говоря, будет выстраиваться такая вот ось. И понятно, что Москва и Пекин хотят, в общем-то, фактически воспользоваться разногласиями экономического характера между Вашингтоном, Берлином, Парижем и Римом. Потому что, вот в частности, мы видели недавно, как победившая коалиция из пяти звезд Северной лиги и движение Сильвио Берлускони сейчас фактически заблокировало
приход Сейнера с беженцами из Африки. Вот. И мы прекрасно понимаем, что здесь есть американские интересы, американских транснациональных корпораций, вот, насытить Европу беженцами, то есть людьми чужеродной культуры, которым нужно будет кормить, которым нужно давать соответствующие льготы, вот, в общем, которых нужно обеспечивать. А транснациональным корпорациям в перспективе выгодно, так сказать, разжижение, что ли, европейского континента, вытеснение коренных жителей и превращение в такую интернациональную анклавную составляющую. И понятно, что Европа не хочет, ну, не вся Европа, а часть Европы не хочет с этим смиряться, и, соответственно, тот же Матео Сальвини, Берлускони, вот, сейчас пытаются ужесточить миграционную политику. И, естественно, здесь тоже будут столкновения не только с евробюрократией, которая замкнута на Вашингтон, но, естественно, будут здесь столкновения и с самим, так сказать, Вашингтоном тоже. Дальше мы видим, как Трамп, в общем-то, поссорился, ну, не во всем, поссорился с Канадой, потому что на ближайшего союзника он тоже наложил санкции по металлургической промышленности. Вот. Если на Европу помимо металлургии будут страдать автомобилестроения, такие концерны, как BMW или французская Renault, Peugeot, вот, то, естественно, в Канаде страдает сталелитейная промышленность. Вот. И здесь, конечно, Москва и Пекин будут пытаться координировать экономическую политику в регионе и предлагать иные схемы для торгового экономического сотрудничества со странами европейского континента. Дальше хотелось бы в заключение вот этого телеинтервью хотелось бы остановиться на очень важном саммите в Сингапуре, который произошел между США и Северной Кореей. Дональду Трампу очень важно показать, что именно он влияет во внешней политике в важном таком азиатско-тихоокеанском регионе. Именно он надавил на Ким Чен Ина, вот, и, соответственно, Ким Чен Ын идет на уступки. Северокорейской стороне важна другая составляющая. То есть Ким Чен Ын понимает, что для того, чтобы развить экономическую составляющую, сохранить независимость, ему нужно лавировать между основными политическими игроками – Соединенными Штатами Америки, Китаем и Россией. И перед тем, как приехать на сингапурский саммит, естественно, Ким Чен Ын провел соответствующие консультации с Москвой и Пекином, что, в принципе, интересует Москву и Пекин в этой международной составляющей. Конечно, в частности, Пекин интересует выстроить большее экономическое влияние на такие страны, как Южная Корея и Северная Корея, вытеснить оттуда экономически американцев, а для этого нужно ослабить их военное присутствие, вот, и, соответственно, в частности, выстроить такой некий экономический коридор. В чем он будет заключаться? И здесь подключается Москва. Значит, в Южной Корее есть такой порт Пусан. Вот, и через него проходит энное количество грузов, нацеленных на Азиатско-Тихоокеанский регион. России, конечно, хочется создать такую железнодорожную сеть от Пусана через Южную Корею, Северную Корею. Дальше ветка пойдет на Китай, и, соответственно, ветка пойдет на Россию, чтобы соединить вот этот порт, этот корейский полуостров транспортно-транзитно с нашим Транссибом и с железнодорожной ветвью Российской Федерации на Ближнем Востоке, чтобы таким образом была перевалка грузов, естественно, китайских, южнокорейских. Вот. И понятно, что Китай, если этого добьется через 10-15 лет, и Россия этого добьется, то тогда Россия и Китай могут строить совместную линию по влиянию на такие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Малайзия, Филиппины и так далее.
Вот. Понятно, что американцы видят эту угрозу, и не случайно были сбои в подготовке встречи по Сингапуру, и этим сбоем способствовал человек с ковбойским мышлением, советник Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон, который хочет сделать некий блицкриг, заставить Южную Корею быстро снести все, ликвидировать ракеты, ликвидировать ядерные заряды, вот, вернуть, естественно, еще большее влияние в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть, грубо говоря, американцам нужен блицкриг по разгрому Северной Кореи, а перед этим Ким Чен Ына обмануть. Ким Чен Ын это прекрасно понимает, и поэтому на саммите была подписана декларация, что вот Северная Корея будет двигаться к денуклеаризации, к безъядерному статусу, заметьте, не Северной Кореи, а Корейского полуострова, потому что мы прекрасно понимаем, что в Южной Корее имеется большой американский контингент, несколько десятков тысяч солдат и офицеров, соответственно, там есть воздушная база, и, естественно, на американских самолетах размещены в том числе и обычные боеприпасы, и ядерные боеприпасы. И, естественно, если это все убирается, вот, то тогда экономически выигрывает Москва и Пекин. Ну, прежде всего, Пекин, потом Москва. Вот. И не случайно интересным является тот факт, что Дональд Трамп в подписанном коммюнике, соглашении, вот, фактически вычленил тот пункт, по которому он временно приостанавливает военное учение войск Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи. То есть, уважаемые телезрители, сейчас идет очень такая острая, серьезная борьба между основными игроками, это США, Китаем и Россией за влияние различных регионах мира. То есть это Европа, это Ближний Восток, это Азиатско-Тихоокеанский регион. И естественно, мы видим, что каждая из сторон разыгрывает не просто тонкую покерную, но прежде всего тонкую шахматную партию, чтобы обвести, так сказать, своего партнера. Пока ситуация, на мой взгляд, достаточно патовая. Патовая в каком плане? Что обозначились основные игроки. Они показали, что на сегодняшний момент однополярного, монополярного мира не существует. Что американцам сейчас приходится договариваться, вот, выстраивать соответствующие политические комбинации, идти на какие-то уступки. Понятно, что американской элите, истеблишменту, который привык после развала Советского Союза чувствовать себя лидером, единственным господином мира, это не нравится, многополярный мир. Вот. И, соответственно, администрация президента, Госдепартамент США, Дональд Трамп проводят такие хаотичные, что ли, внешнеполитические шаги по миру. То давят на своих партнеров, на своих противников, вот, на страны, как они называют, изгои, то отступают. То есть такое идет броуновское движение. И это, между прочим, показатель того, что Соединенные Штаты Америки постепенно начинают терять мировую гегемонию. Что будет дальше, уважаемые телезрители, мы будем с вами наблюдать и обсуждать в дальнейших телесюжетах. Всего вам самого доброго!